Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кинг Матяж. И сегодня мы будем проверять секреты в Pebble Playground. Начнем с океана. Короче, сейчас вот отсчитываем. Раз, два, три, и чуть-чуть сдвигаемся. Дальше спускаемся вниз и видим квадратик, который отличается от всех. Вот. Его можно оторвать, но это слишком долго делать, он не отрывает. Поэтому я всегда взламываю, боже мой. Поэтому я каждый раз взламываю его вот так. Так, а что он не отпал? Сейчас, секунду. Другое дело. Короче, мы видим какой-то тут 3D мир, а сам Пиопл 2D. Потому что это за фигня там написано. Сейчас посмотрим. Ну так просто не увидишь. Даже можно разглядеть, когда ты в паузе. Invite DNX. Что-то знакомо. Ладно. Пухи. DNX пухи. ДП. Короче. Так. Ладно. Следующий секрет будет на башне. Локация башни. Так, стоп, это что такое? А, это труба. Я думал, я уже новую пасхалку включил. Короче. Берем вот эту штуку. Ой, нет, слишком огромная. Вроде вот эту, да. Ставим вот сюда. Так вот. Так вот. Потом просто включаем. Так, стоп, не поняла, где моя пасхалка? Ловись! А, стоп, может, я не на том месте? Вроде надо. Сейчас, может, давайте тогда тут попробуем. Попробуем на всякий случай еще вот так. Боже мой! Вы это слышите? Что это было? Вот себя ловят именно на вот этом, чертовом месте. Мне сейчас уши, наверное, придется к врачу ехать, потому что капец своим ушам. Ах, это так неприятно. Еще на полной громкости. Вообще круто. В кавычках. Ну и вот, значит, все-таки меня не обманули. Нас, точнее. На этом первая часть пасхалок закончена, потому что я больше понятия не имею, где тут пасхалки. Поэтому можно чуть-чуть
поделать фигни всякой с этими человечками пока что. Ну, может, выпущу, когда найду еще больше пасхалок, выпущу вторую часть. Да. Ну вот, и позанимался фигней с этими человечками. Всем пока.